посещение Луны простым человеком, это звучит на сегодняшний день очень фантастично, но вместе с тем очень романтично. Я бы с удовольствием туда на первое свидание слетала. Кстати, у меня есть маленький кусочек Луны, мне подарили такую вот. Я не знаю, насколько это легально, но вот такая вот собственность там. Ну, это, конечно, мальчишеская детская мечта какая-то, я бы с удовольствием. Но это, мне кажется, все-таки действительно такие юношеские разговоры на тему желания посетить Луну. Мы о Земле-то не все хорошо своей знаем, а что на Луну-то лезть? У меня песня такая была. Про инномлунным я хожу, брожу. Знаете, я там уже был, я про это пел. Я думаю, что нам есть куда потратить деньги в другое. Лучше дать деньги тратить на благотворительность, чем на Луну. Что на нее тратить? Когда-то Луну осваивать придется по той простой причине, что там есть гелий-3, необходимый для термоядерных электростанций, первая из которых, ну, опытный реактор, строится сейчас во Франции, ИТР. Но дело в том, что Россия так устроена, что любое, даже верное замечание, сказанное не вовремя, оно вызывает смех, как это было с рогозинским замечанием на фоне крымских событий. И Крым вроде взяли, и Луну возьмем. В данный момент нам все же не до Луны. Нам нельзя на Земле поразобраться, вот, что у нас происходит с ближайшими соседями. Мы находимся в такой критической ситуации для нашей экономики, когда она может просто неожиданно сложиться, как карточный домик. Либо это, в общем сказать, отвлечение народа от реальных проблем, в общем, либо это действительно очень умная геополитика, как бы, которая закладывает сейчас уже фундамент с пониманием, с учетом понимания тех реальных проблем, которые ждут нас на Земле.